Вот, допустим, по диагонали композицию сложили, золотого сечения, раз, и блик ударили на камушки в этом мосту. 5 месяцев работы позади. Последний взмах кисти, и картина оживает. Купеческая Москва, Кремль, набережные, проспекты, старые улочки и переулки. Пейзажи в манере ретроспекции. Уголки города из прошлого. Тихо работаем. Наслаждаясь творчеством. Он пишет картины в стиле импрессионизма, но любимая тема – Москва второй половины 19 и начала 20 веков. А ведь еще 20 лет назад художник и предположить не мог, что так с легкостью воссоздаст городские пейзажи. Учился писать картины у старшего брата украдкой и читал биографии известных художников. Я о таком стиле-то и не знал. Я слышал, что есть Писаро, Мане. Нет, вернее, я тогда не слышал. Когда я висел, вернее, мои картины висели на заборе около ресторана Праги, один дедушка, проходя мимо, сказал: «О, дыхание живописи». Это меня сильно вдохновило, это был переломный момент моей жизни. «Москва. Сердце России» – это экспозиция 40 картин. И выставка проходит в самом сердце России, в Совете Федерации. Здесь очень много людей, которые приезжают с регионов. И я искренне надеюсь, что именно эта выставка даст возможность людям, которые приехали с регионов и, может быть, от Москвы, от московской суеты устали, посмотрят на Москву чуть-чуть другими глазами. Приятно стоять рядом с картиной нашего храма Спаса Нерукотворного, который находится в селе Уборы, который был построен в 18 веке по заказу графа Шереметьева. Построен он нашим крепостным зодчим Яковом Бухвостовым. И это прекрасная площадка для всех художников. Надо делать вот так вот, чтобы здесь осталась маленькая дырочка, и здесь уже... Именно так можно рассмотреть самые мелкие детали картины. Этому секрету 9-летнюю Александру Романченко научил учитель Александр Фомин. На выставке она самый юный ценитель искусства. Александра уже 2 года учится писать картины, любит работать с маслом. Сейчас пишет Париж. Некоторые люди думают, что это нам не важно. Но когда смотришь на картины Александра Фомина, понимаешь, то они очень душевные, и хочется прям заглянуть в учебник истории или к добрым людям, которые обязательно помогут и расскажут эту историю. Художник уверен, картины дают возможность зрителям прикоснуться к ушедшей эпохе. Попытка связать нынешнюю и прошлую Москву, по мнению директора Ассоциации владельцев исторических усадеб Виссариона Алявдина, удалась. Мне кажется, именно глубину такую московскую показывают. Вот я уже говорил, что это именно какой-то золотой век Москвы, может быть. Вот конец 19-го, начало 20-го. Это же действительно бурный расцвет города. Он рос, красивые появились дома. То есть он, так сказать, стал культурным центром уже. И не только древним, историческим, но и экономическим. И вот это дало такой взрыв, хорошей, в общем, качественной архитектуры. Целую неделю картины украшали коридоры Совета Федерации, а художник, вдохновившись пешими прогулками по Красной площади, уже сделал пару эскизов будущих картин. Картина о главном Кремле России, ракурсы разные, с Васильевского спуска, с Красной площади. Не оставит без внимания и ГУМ, ретро 30-х годов и современный. Работы, по мнению художника, на несколько лет вперед хватит, как кисть ляжет. Василиса Ивашкина, Артем Ломоносов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».